Приветствую, друзья! Те, кто подписан на мой блог давно, знают, что я занимаюсь не только реабилитацией спортивных травм и инсульта, но и вообще говорю про здоровье в самых широких его аспектах. И сейчас у меня для вас объявление. В Минске в понедельник в 11 часов я проведу лекцию для родителей о осанке. Лекция направлена для детей всех возрастных групп. То есть мы будем говорить про то, как осанка нарушается, какие якоря, скажем так, важные опорные точки родители могут заметить в ребенке, что его осанка начала нарушаться. И как протестировать ребенка на предмет работы его опорно-двигательного аппарата. У меня к вам просьба. Поддержите это видео лайком, репостом и поделитесь со всеми родителями, кому это может быть интересно. Если они живут в Минске, они могут прийти живую на эту встречу. Если вы или они живут в других городах, пишите в комментариях, какие города, и я могу с этой лекцией приехать к вам. Больше людей будет с хорошей осанкой. До встречи.